2001 год. 92-й бензин стоит 7 рублей 88 копеек за литр. Квадратный метр жилья в Москве 16 281 рубль. Говядина стоит 70 рублей за килограмм. Литр молока можно купить за 11 рублей 37 копеек. Килограмм сахара продается за 14 рублей 88 копеек. Цена хлеба составляет 13 рублей 69 копеек. Одна поездка в московском или петербургском метрополитене обошлась бы в 5 рублей. 2001 год начинается продолжением дела НТВ, о котором мы говорили в предыдущем выпуске. В офисах компании Гусинского «Медиамост» продолжаются обыски. Главным становится обвинение в неуплате налогов. Налоговая полиция подает в суд иск о банкротстве НТВ и ТНТ. Компанию Гусинского хочет выкупить CNN. Однако такой возможности американцам не дают. Вместо этого контрольный пакет акций компаний НТВ, ТНТ и «Эхо Москвы» выкупает «Газпром». 27 марта «Комсомольская правда» публикует письмо представителей творческой интеллигенции. «Политический подтекст этих преследований совершенно очевиден. Подавление инакомыслия в стране», — говорится в письме, озаглавленном «Самое время начать беспокоиться». Заканчивается письмо призывом к антипутинскому митингу. Среди подписантов письма присутствовали люди, заслужившие впоследствии высокое звание заслуженных путинских халуев. Михаил Боярский, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, группа Любе, Ирина Роднина, Александр Эвскляр, Владимир Соловьев и другие. Митинг действительно прошел. Но даже по самым завышенным оценкам в нем присутствовало не более 20 тысяч человек. Народ высказал свое отношение к либеральным журналистам молчаливым неучастием. Вскоре после митинга в здании «Газпрома» проходит собрание акционеров, и НТВ получает новых руководителей. Старое руководство во главе с Евгением Киселевым отказалось признавать новую власть. Дело дошло до силового захвата офиса компании, который произошел 13 апреля. Как и во всех аналогичных случаях, Путин сделал ставку на предателей и перебежчиков, на людей, первыми предавших старого хозяина и ушедших к новому. Среди крыс, сбежавших с тонущего корабля первыми, выделяются прекрасно известные нам сегодня Леонид Парфенов, Ольга Белова и Андрей Пивоваров. Чуть позже от Киселева сбежали Андрей Норкин, Иван Усачев и Эрнест Мацкевичус. Выполнив главную задачу – захват федерального канала, руководство страны не спеша съело и другие средства массовой информации, принадлежавшие опальному олигарху Гусинскому. 2001 год – разгар баталий в СМИ вокруг дела полковника Буданова. Юрий Дмитриевич Буданов, полковник танковых войск, был арестован еще в 2000 году. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 18-летней Эльзы Кунгаевой, мать которой была снайпершей, а сама Эльза регулярно ходила в горы к боевикам. Были данные о том, что снайпершей была и Эльза. Обвинение в изнасиловании было вскоре снято. Говорит один из крупнейших российских судебных психиатров Федор Кондратьев. «Я проводил с ним многочасовые беседы и до сих пор абсолютно убежден, что он в момент совершения преступления находился в состоянии временного психического расстройства. Это состояние спровоцировала Чеченко, которая сказала ему, что намотает кишки его дочки на автомат и схватилась за оружие. А у его дочери как раз был день рождения. Но суд назначил вторую экспертизу, а когда она повторила мое заключение, третью. И третья экспертиза сделала такое же заключение. Тогда назначили экспертизу в Чечне. Там психиатры решили, что он мог отвечать за свои слова, и его осудили. Я уверен, что мы сделали правильное заключение». Процесс Буданова был политическим процессом, первым в череде аналогичных дел, самыми громкими из которых были дела Ульмана, Аракчеева и Худякова. Российская власть, пытаясь замирить Чечню, пошла на различные уступки чеченской стороне и помимо выплат деньгами стала платить еще один вид дани – дань кровью воевавших против чеченцев российских офицеров. Выбор Буданова в качестве показательной жертвы был, возможно, обусловлен тем, что полковник успел снискать себе славу хорошего военного, засветившегося в СМИ, а также его склонностью к проявлению инициативы. 31 декабря
1999 года он, несмотря на запрет командования, отправил несколько танков на помощь двум ротам отдельного разведывательного батальона, чем спас их. В 2002 году военный суд вынес решение об освобождении Буданова от уголовной ответственности в связи с невменяемостью, но оно было отменено. В 2003 году, после долгих судебных мытарств, дважды контуженный на войне полковник был лишен ордена мужества, воинского звания и осужден на 10 лет строгого режима. После выхода на свободу в 2009 году Рамзан Кадыров заявил, что такое решение противоречит интересам чеченского народа и место Буданова в тюрьме. Через полтора года, в июне 11-го, Буданов был застрелен в Москве. Убийство произошло накануне десятилетнего юбилея пребывания у власти в Чечне династии Кадыровых, что едва ли было просто совпадением. Имя Буданова стало в России своеобразным символом протеста против безнаказанности чеченских князьков и особого положения Чечни в составе России. Когда в 2016 году в Петербурге появился мост Кадырова, народ сразу переименовал его в мост Буданова, а возле граффити с изображением гвардии полковника сразу стали появляться цветы. 23 марта мир прощается с миром. Советская орбитальная станция, 15 лет находившаяся на орбите, была затоплена в Тихом океане. Технология орбитальных станций была разработана в СССР и не имела аналогов в других странах. На создание станции «Мир» были пущены силы 280 организаций советской промышленности, входивших в подчинение 20 различных министерств. Станция несла серьезную военную нагрузку, имея оборудование для отслеживания пусков и траекторий ракет и летательных средств. К 2001 году станция давно выработала свой ресурс, и на ней часто происходили аварии. Содержание ее обходилось в 200 миллионов долларов в год. Официальная мотивация затопления мира – отсутствие средств – вызывает серьезные вопросы. Дело в том, что все расходы, связанные с содержанием станции, был готов взять на себя Иран в обмен на подготовку российской стороной иранских космонавтов. Россия отвергла это предложение. Планов создания новой собственной станции, несмотря на официальный лозунг поднимания с колен, Россия тоже не имела. Вернее, отказалась от таких планов, потому что постройка станции с рабочим названием «Мир-2» была запланирована в СССР на первую половину 90-х. Вместо этого Россия ускоренными темпами стала строить свою часть Международной космической станции. Идея МКС была простой. Россия дает уникальные технологии, средства на постройку дают западные партнеры, пользование станции происходит совместно, но при этом контрольный пакет у США. Хорошая сделка, учитывая, что постройку собственной космической станции и разработку соответствующих технологий США образца 80-х годов не могли себе позволить из-за дороговизны. Купить у продающих по дешевке отцовское наследие русских оказалось намного дешевле. Новый российский президент Путин не только выполнил все ельцинские договоренности по МКС, но и отказался от возможности сохранения мира за счет Ирана, не говоря уж о постройке собственной новой станции. В ноябре 2014 года Роскосмос заикнулся было о том, что с МКС, созданной на основе советских технологий, надо сбежать и создать свою станцию с блэкджеком и распилами, откатами и киселевской пропагандой. Станцию обещали создать к 2024 году. Однако пока никаких практических шагов не видно. В 2001 году Россия лишается военной базы в Кармане, Южный Вьетнам. База функционировала с 1979 года, и в поздние советские годы на ней было до 6 тысяч советских военнослужащих, обслуживающих военный аэропорт и базу подводных лодок. Камрань – одно из самых удобных в мире мест базирования подводных лодок, и Советский Союз активно пользовался этой базой. Срок аренды базы истекал в 2004 году, причем, учитывая особые отношения Вьетнама с СССР, а потом и Россией, возможно, было продление срока аренды. Однако Путин принял решение ликвидировать базу, даже не дожидаясь истечения срока договора, заключенного между Вьетнамом и СССР. Еще в марте 2000-го Путин заявил, что Россия не против вступления в НАТО. Видимо, закрытие базы во Вьетнаме являлось продолжением того же курса. Вскоре после закрытия базы в Камране Россия закрыла еще одну военную базу, имевшую не меньшее значение для обороны страны. Это была военная база на Кубе, в местечке Лурдес, неподалеку от кубинской столицы Гаваны.
Существовавший с 1967 года радиолокационный центр был важнейшим элементом разведывательной структуры СССР и России. Работал он по назначению и все 90-е годы, что вызывало неудовольство у американцев. В 2002 году центр Лурдес официально прекратил свое существование. Как и в случае с орбитальной станцией, Россия вернулась к теме воссоздания баз в 2014 году. Было сделано несколько громких пиар-заявлений, однако дальше них дело так и не пошло. Стоит отметить, что в 2013 году между Вьетнамом и Россией было даже подписано соглашение об упрощенном входе российских военных кораблей в Камрань и об обслуживании в местном аэропорту российских военных самолетов. Российскими СМИ это было подано как полноценное восстановление военной базы. Однако Вьетнам в 2016 году четко заявил, что военных баз иностранных государств на его территории не будет. 4 апреля 2001 года президентом Молдавии избран Владимир Воронин. Представитель местной компартии, этнически русский, шедший под лозунгами «возможно большего сближения с Россией». В отличие от многих других политиков постсоветского пространства, в первую очередь президентов Украины Кучмы и Януковича, Воронин не давал пустых обещаний, чтобы после избрания немедленно предать своих сторонников и переориентироваться на прозападную часть электората. Первые два президентских года Воронин продолжал декларировать сближение с Россией, пытаясь найти поддержку у российского политического руководства. Проводить серьезные политические реформы в стране, имея под боком Румынию, которая провозгласила курс на поглощение Молдовы, и стоящие за спиной Румынии, США и страны Европы, Воронин не решился. Учитывая недавний опыт бульдозерной революции в Белграде и схожую взрывоопасную ситуацию в своей стране, Воронин пытался заручиться поддержкой у российского президента. Ряд встреч Воронина с Путиным привели к прямо противоположному результату. Под давлением России Воронин отказался от всех планов, как то национализация промышленности, изменение законодательной базы в сторону усиления госсектора и придание русскому языку статуса государственного. Просьба Воронина о вступлении в союзное государство России и Белоруссии также не была удовлетворена. Наивный Воронин, по-видимому, и не подозревал, что Путин не только не собирается расширять союзное государство, но и не будет выполнять уже подписанные соглашения с Белоруссией. А договор о создании союзного государства так и останется пустой декларацией. Более того, Россия руками Дмитрия Козака, одного из видных членов путинской команды, стала разрабатывать план по возвращению Приднестровья в состав Молдовы. С 2003 года Воронин повернулся к России спиной и официально провозгласил курс на евроинтеграцию. В 2009 году он был вынужден уйти с поста президента в результате так называемой «кирпичной революции», проходившей под лозунгами евроинтеграции и соединения Молдовы и Румынии. Переворот произошел при активной поддержке западных стран и при молчании России. Интересно, что ряд правительственных зданий, подожженных демонстрантами, значительная часть которых были гражданами Румынии, не восстановлено до сих пор. У одной из самых бедных стран мира, в которую превратилась Молдова, нет на это средств. В 2001-м под лозунгом «Все путем» создается первое молодежное движение в поддержку Путина. Оно называется «Идущие вместе» и в народе сразу получает название «Идущие на». Впервые «Идущие» засветились еще в мае 2000 года на церемонии инаугурации Путина, но тогда это была простая разовая массовка. Содержать массовку на постоянной основе и за счет бюджета решились именно в 2001 году. Лидером движения становится Василий Якименко. Этот только уволившийся сотрудник администрации президента с утра до вечера по всем телеканалам рассказывал, что все создано без участия Кремля и сугубо на общественных началах, и призывал молодежь пополнять ряды. Молодежь шла неохотно. Во внутренней политике России настает эра сурковского безумия. Как по волшебству плодятся внесистемные молодежные организации, как оппозиционные, так и прокремлевские, лидеров которых невозможно внешне отличить одного от другого. И, как правило, все они знают друг друга, а также самого Суркова со школьной скамьи. Хитрый план Суркова по управлению внутренней политикой, как и все остальные его хитрые комбинации, был наивным до идиотии и чрезвычайно убыточным для бюджета.
Количество денег, съеденных прокремлевскими халуями различного уровня, хватило бы на 10 орбитальных станций. А пользы для режима они, как показали события 2011 года, принести были не в состоянии вообще. Идущие вместе были преобразованы в 2005 году в движение «Наши». В том же году создается конкурирующее с нашистами за право лизать путинский сапог движение «Молодая гвардия». Затем Якименко становится главой федерального агентства «Росмолодежь» и устраивает в этом качестве патриотические вакханалии на озере Селигер. Все эти чрезвычайно массовые, если верить СМИ, движения рассасывались без следа. Вернее, не совсем без следа. От них остался дурной запашок в виде лозунгов, которыми путинисты пользуются и по сию пору. С августа 2001 года гражданам России разрешено открывать счета в иностранных банках. Инструкция Центрального банка РФ от 29 августа 2001 года, номер 100-И, о счетах физических лиц-резидентов в банках за пределами Российской Федерации, регулирует этот процесс и одновременно создает ряд трудностей. Открыть счет в иностранном банке непросто для обычного человека, не имеющего возможности пользоваться услугами профессиональных консультантов и юристов. А вот для людей, имеющих возможность оплатить такие услуги, проблем нет. Имеешь миллион, ты хозяин жизни, вывози на здоровье. Если же рядовой гражданин, наученный горьким опытом гайдаровских реформ, и желаешь хранить свою трудовую копейку не в российском банке, а в зарубежном, обойдешься. Началась эпоха великого вывоза капитала из страны. В сентябре 2001 года во второй раз президентом Беларуси был избран Александр Григорьевич Лукашенко. При явке в 83% Лукашенко победил в первом туре с результатом 76%. Выборы сопровождались попыткой оранжевого переворота по типу произошедшей год назад в Белграде бульдозерной революции. Однако эта попытка была пресечена в зародыше, еще в теневой фазе. Была заранее взята под контроль финансовая деятельность оппозиционных организаций. Студенческие организации, так называемые независимые гражданские инициативы, вроде независимого наблюдения и правозащитного центра «Весна», финансируемые из Польши, обезврежены еще до начала выборов. США и Европа свою часть плана отработали немедленно после выборов, заявив, что сами выборы нелегитимны и они не признают их результаты. Однако их белорусские марионетки не смогли вывести на улицы и 10 тысяч человек. Лишнее доказательство тому, что спланировать и осуществить революцию извне, если для нее нет социальной базы внутри страны, невозможно. 4 октября 2001 года во время учений украинской армии был сбит самолет Ту-154, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Новосибирск. Все 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли. Катастрофа стала ярким свидетельством того, что независимая Украина уже не в состоянии пользоваться доставшейся ей по наследству советской техникой. Причиной гибели самолета стало случайное попадание ракеты из зенитного комплекса С-200, выпущенной во время учений, проводимых в опасной близости от воздушной трассы. Извинения украинская сторона не принесла до сих пор, выплатив, впрочем, компенсации родственникам погибших. В 2001 году президент Кучма заявил следующее. А вы посмотрите вокруг, что происходит и в мире, и в Европе. Что мы, первые или последние? Не нужно из этого делать трагедию, раз уж случилась какая-то ошибка. Ошибки случаются всюду. И не только такого масштаба, значительно большего масштаба, планетарного. Абхазия долго скрывала, что в Кадорском ущелье есть чеченские боевики. Только 24 сентября, когда боевой расчет абхазских спецслужб наткнулся в горах на отряд чечено-грузинских формирований, власти Абхазии согласились с возможностью угрозы. В октябре 2001 года произошел конфликт в Кадорском ущелье. После грузино-абхазских конфликтов 90-х годов ущелье оказалось разделенным пополам, причем часть, оставшаяся за грузинами, контролировалась местным ополчением. Ополчение состояло из местных сванов, имело свое командование и подчинялось Тбилиси лишь номинально. В этих условиях президент Грузии Шеварднадзе задумал интересную провокацию. Нападение на Абхазию осуществить не силами регулярной армии, а силами местного ополчения и силами чеченского полевого командира Галаева, чеченцы которого лечились, приходили в себя и отдыхали на территории Грузии, находясь вне досягаемости для российских войск. В случае, если внезапный захват Абхазии удастся,
официальный Тбилиси на коне. А если нет, то во всем виноваты местные командиры и террорист Галаев. Абхазская армия оправилась от внезапного удара и в течение нескольких недель восстановила статус-кво. Атака была отбита, и официальный Тбилиси заявил, что не имеет отношения к произошедшему. А 500 вооруженных человек под руководством Галаева каким-то образом незамеченными пробрались в ущелье, пройдя 400 километров по грузинской территории. Руслан Гилаев менее 10 лет назад воевал на стороне абхазов против грузин и даже был обвинен в геноциде Грузии. Теперь же выступил в качестве наемника против абхазов, что лишний раз подтверждает старую истину. Взявший в руки оружие человек никогда не захочет его положить. А кому служить, ему очень быстро станет неважно. Российская сторона не извлекла никакой выгоды из такой прекрасной возможности сдвинуть баланс сил в абхазском вопросе в свою пользу. А это очень пригодилось бы. Впереди еще не один военный конфликт. Летом 2001 года американское телевидение начинает нагнетать истерию. Вся Америка, а затем и весь мир, узнают незнакомые доселе и трудновыговариваемые слова «Аль-Каида» и «Усама бен Ладен». Угроза международного терроризма внезапно выдвигается на первый план, а доселе известный разве что специалистам Усама бен Ладен стал чуть ли не на одну доску с Гитлером. Как выяснилось в сентябре, не зря. 11 сентября произошел один из самых масштабных терактов в истории. Террористами были захвачены 4 самолета, 2 из них протаранили небоскребы торгового центра в Нью-Йорке. Еще один был направлен в здание Пентагона, а 4-й упал в штате Пенсильвания. Holy shit! Официально погибло почти 3000 человек. Ответственным за теракты тут же был объявлен тот самый Бен Ладен и его Аль-Каида. Бен Ладен родился в Саудовской Аравии в семье долларового миллиардера. Карьеру террориста он начал в Афганистане, где его курировали спецслужбы США, Великобритании и Саудовской Аравии. Затем долгое время работал в Судане, готовя исламских террористов. Причем официальным местом работы была британская фирма Hunting Service, занимавшаяся еще с 50-х годов аэрофотосъемкой, читай воздушной разведкой, и тесно связанная с британскими спецслужбами. Родственников Бен Ладена, который, помимо прочего, имел еще и общий нефтяной бизнес с семейством Буша, действующего президента США, эвакуировали сразу же после атак, а возможно и до них. Обломки самолета, таранившего Пентагон, так и не нашлись. Буш заявил о том, что виновные уже найдены в тот же вечер, а директор ФБР объявил о перехвате переговоров террористов-смертников. Последнее вызывает вопрос о том, почему в таком случае атаки не были перехвачены. Бригада спасателей, разбиравших завалы, была отправлена в Нью-Йорк еще вечером, накануне теракта. Впрочем, на фоне 3000 погибших мировая пресса не обращает внимания на эти факты. Тем более, доказательства причастности Аль-Каиды сразу же по горячим следам находятся в избытке. Для подогрева общественного мнения проходит демонстративная эвакуация Белого дома, безопасности которого якобы существует угроза. Массовую истерию подогревают и рассылкой по почте спор сибирской язвы, что приводит население США в панику. Виновных в этой рассылке так и не нашли. И все списали на одиночку террориста, обезумевшего ученого-стрелочника, который очень удачно покончил жизнь самоубийством. 7 октября 2001 года, менее чем через месяц, началось вторжение американских войск в Афганистан, которое якобы стало ответом на взрыв башен в Нью-Йорке 11 сентября. Понятно, что подготовка к войне не могла длиться меньше месяца и началась намного раньше, а взрыв башен был лишь чрезвычайно удобным поводом для начала войны и останется в памяти потомков в одном ряду с поджогом Рейхстага. Еще до взрывов был проведен ряд натовских учений, на которых отрабатывались элементы будущего вторжения в Афганистан. Поддержав одну из сторон в продолжавшейся в Афганистане гражданской войне и использовав ее в качестве наземных сил,
НАТО в течение нескольких недель ограничивалось лишь массовыми запусками ракет и бомбежками с воздуха. Лишь когда сопротивление талибов было сломлено, натовцы ввели войска на территорию Афганистана и объявили о своей победе. Россия приветствовала эту операцию и заявляла о готовности помочь в борьбе с терроризмом. Однако победа оказалась пирровой. США в полной мере повторили негативный советский опыт. Легко разбив регулярную армию, они ничего не смогли противопоставить партизанской войне, кроме террора против мирного населения, к которому СССР не прибегал. Поэтому афганцы, сравнивая две войны, явно считают американцев куда большим злом. Война в Афганистане непрерывно идет с тех пор и до настоящего момента, причем марионеточный проамериканский режим держится лишь на американской финансовой и военной помощи, а также благодаря присутствию воинского контингента. Несмотря на несколько публичных заявлений о выводе из Афганистана войск, там продолжают присутствовать около 13 тысяч военнослужащих НАТО, из которых почти 11 тысяч – американцы. Последствиями американской оккупации стала разруха, десятки тысяч убитых, раненых и согнанных с места жительства людей, а также многократный рост производства героина. Незадолго до вторжения США правительство талибов приняло суровые меры против выращивания опиумного мака. В тот год в Афганистане было выращено 185 тонн, меньше, чем когда бы то ни было, начиная с 1970 года. После разгрома режима талибов производство героина в Афганистане выросло в десятки раз. В октябре 2001-го телевидение России сделало один из последних шагов к избавлению от наследия СССР и к превращению в телевидение новой России. В ночь с 27 на 28 октября началась трансляция первого отечественного реалити-шоу. Оно называлось «За стеклом», а его аудитория составляла, по некоторым данным, до 40% зрителей в стране. Семеро участников и участниц жили в прямом эфире, камеры были установлены везде, кроме туалетов, а зрители следили за всеми перипетиями их жизни. Ведущими шоу был Кирилл Набутов и Эрнест Мацкевичус, ныне большой патриот и ведущий запутинских шоу типа «Разговор с Путиным». А в гости заходили также большие патриоты вроде Александра Эвскляра из «Вабанк» и Владимира Жириновского. 1 декабря 2001 года была создана партия «Единая Россия». Это произошло на съезде Всероссийского союза «Отечество и единство». Союз был создан как компромисс между партией Лужкова-Примакова и партией Ельцинской семьи. Ядро сформировалось путем слияния трех провластных партий – «Единство» во главе с героем-спасателем Шойгу, «Отечество» Лужкова и Примакова, а также выходящий в тираж партии Черномырдина «Наш дом Россия», выполнявший функции партии власти при Ельцине. Новый компромиссный политический уродец назывался изначально Всероссийская политическая партия «Единство и Отечество-Единая Россия». Два крыла воров и расхитителей собственности окончательно порешали в тот день все вопросы и сплотились вокруг фигуры Путина, который полностью устраивал и ельцинскую семью, и сырьевиков, и региональных баронов. Впрочем, в эпоху возникновения ядра «Медвежья партия» была не совсем тем отвратительным монстром, которым она является сегодня. Партия Путина олицетворяла собой в глазах населения приход долгожданного порядка и завершение гнилого ельцинизма. В партию в первые годы шло много наивных полусумасшедших патриотов, вроде сегодняшних нодовцев. Поначалу партия испытывала определенные сложности в регионах, где она столкнулась со вполне себе беспартийным или пустившим корни в оппозиционных партиях, региональным и местным полукриминальным варьем, которое совсем не было заинтересовано в появлении вот такой вот партии порядка и твердой государственной руки. Конечно, партии порядка, новорожденное ядро, было в глазах только наивных избирателей, верящих в путинскую вертикаль, и в глазах определенной части собственного актива. А руководили ей с самого начала все те же «Наш дом» газпромовские. Но муниципальные и региональные сволочи было от этого не легче, а потому они сопротивлялись всеми силами. Доходило до того, что, не разобравшись, с митингов забирали в милицию местных идущих вместе, среди которых на региональном уровне могли оказаться приличные люди. Местное варьё сопротивлялось, пока не поняло, что против лома нет приема и проще договориться, чем упираться. Вскоре жулики и воры массово потянулись в «Единую Россию», чтобы через какое-то время стать ее олицетворением. 24 декабря 2001 года первая прямая линия с Путиным. Так в России появились творческие вечера кривляющегося в свое удовольствие временщика.
с ответами на заранее согласованные вопросы и отрепетированными сортирными шутками. Демагогическая пиар-задумка существует до сих пор, с каждым разом все больше превращаясь во фрик-шоу. Художественный уровень этого творчества неуклонно падает. Юмор тупеет, а от подобострастных лиц специально отобранных халуев тошнит все сильнее. Присказка года «Лучше 100 лет одиночества, чем 200 лет вместе». Поводом для нее стал выход книги Солженицына «200 лет вместе». Двухтомная история русско-еврейских взаимоотношений со времен Екатерины II. На все животрепещущие темы российской истории Солженицын уже высказал собственное мнение, часто вызывающее у образованного читателя недоумение. Теперь классик добрался и до еврейского вопроса. За отсутствием Википедии основой для работы Солженицына стали словари и энциклопедии, откуда была взята львиная доля информации. До работы с первоисточниками Александр Исаевич не снизошел. Обильно сдобренный комментариями автора рерайт старых энциклопедий вперемешку с вырванными из контекста цитатами, призванными подчеркнуть заранее существующую концепцию автора, это и есть 200 лет вместе. Поспорить с ним с книги не с чем. Вот аргументов против самой книги я не читал. 82-летний писатель в документальном жанре представил бестселлер сезона. Книга печатается 3 изданиями подряд. Самый несчастный народ, непрерывно стенающий от всевозможного угнетения, травли и несправедливости, мучимый всеми социальными недугами и терзаемый различными недругами, это, по Солженицыну, вовсе не евреи, это русские. Их мучили татары, цари, большевики, евреи и еще 1 000 000 врагов. Но самый большой враг русского народа – это русский народ, который виноват куда больше, чем даже евреи. И исторический долг русского народа – ползать перед самим собой на коленях и вымаливать у самого себя прощение за самый главный свой грех – за революцию. 200 лет вместе вызывает со стороны еврейских националистов обвинение в антисемитизме, а со стороны русских националистов – в русофобии. Тот редкий случай, когда и те, и другие абсолютно правы. Фильм года «Даунхаус» – вольная, если не сказать фривольная, экранизация идиота Достоевского. Режиссер Роман Качанов, сценарист и исполнитель роли Парфена Рогожина Иван Охлобыстин. Самая народная и самая смотрибельная экранизация Достоевского в истории. Видимо, потому что впервые к Достоевскому отнеслись не как к иконе, а как к живому писателю. К тому же еще и со значительной долей здоровой иронии. В «Даунхаусе» все герои Достоевского – конченые дегенераты, а потому их поступки в кои-то веки обретают смысл. Таким запомнился нам 2001 год. Что принес нам год 2002, смотрите в следующей серии. Цены на нефть и начало путинской стабильности. Господин Гексоген, писателя Проханова. Перепись 2002. Русские вымирают. Россия покидает олимпийское движение, громко хлопнув дверью. Или остается. Трагедия Норд-Оста. Окончательное оформление облика российского телевидения. И другие события. We'll be right back.